Атлас дорог, его настольная книга, ночевка в палатках, еда на костре и прочие радости туриста, его образ жизни. Велосипедист из Чувашии Никита Васильев исколесил родную республику вдоль и поперек. Также в списке его географических достижений – Украина и Беларусь. Останавливаться на достигнутом он не собирается. Следующая цель – Кавказ. Желтый, яркий. Карта, палатка, спальный мешок, дождевик и кое-какие теплые вещи. Вот необходимый минимум того, что Никита берет в свои велопутешествия. Самые ненужные в пути вещи, как правило, теряются в первую очередь. Однако на саму дорогу молодой человек не жалуется. Что касается Чувашии, то у родной республики есть все предпосылки для развития велосипедной инфраструктуры. Маршрутная сеть очень большая. Практически везде можно проехать и без авто. Новые же горизонты оказались настолько манящими, что пришлось сделать нелегкий выбор. Пришлось бросить учебу в университете Чувашском педагогическом. Но, несмотря на это, я в будущем хочу заниматься педагогической деятельностью, тем самым вносить вклад в развитие Чувашской республики. И вот мои путешествия, они не просто так. Это все практика моя географическая, потому что я учился на географа, и мне нравится, я люблю географию. И все это я смогу передать подрастающему поколению. На Кавказ, куда велосипедист планирует отправиться в ближайшее время, Никита поедет без денег и в гордом одиночестве, хотя надежда найти подругу по интересам не теряет. Та, для которой с милым рай в шалаше и на обочине, пока не встретилась на велосипедной дорожке. Однако друзья велосипедиста считают, что на таких романтиках, возможно, держится мир и желают ему удачи в новой поездке.